Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 5 марта, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Неожиданный пересмотр предварительных данных по изменению уровня деловой активности в сфере услуг Франции, Германии и по еврозоне в целом удержал котировки пары от более мощного снижения, но медвежий сценарий все еще остается в приоритете. Ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество продавцов. Волатильность торгов увеличилась, но сегодня торговая активность может оставаться выше среднего значения за месяц. Дальнейшее ослабление котировок пары входит в условия основного сценария, вплоть до момента возврата их выше 1.1350. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. Активность продавцов под уровнем поддержки 1.3220 остается очень слабой. При этом риск дальнейшего ослабления котировок пары остается достаточно высокой. Отменой для медвежьего сценария послужит возврат котировок пары выше 1.3250. Ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов снижается. Но и сегодня торговая активность может оставаться умеренной. Пробой поддержки отметки 1.3150 откроет путь к отметке 1.3090 и далее к отметке 1.3025. А сейчас перейдем к валютной паре доллар США – канадский доллар. Снижение цен на нефть продолжает оказывать поддержку котировкам пары, ослабляя канадский доллар. При этом доллар США укрепляется, увеличивая риск дальнейшего роста к уровню 1.3370. Укрепление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество продавцов. В понедельник волатильность торгов заметно снизилась, но и сегодня она может оставаться умеренной. Ближайшей целью для покупателей выступает отметка 1.3370, которая уже практически достигнута. А сейчас перейдем к событиям сегодняшнего дня. Глава Банка Англии выступит с речью. Его речь будет касаться таких важных для Британии тем, как инфляция, экономическая ситуация в целом и, конечно же, Brexit. Поэтому есть вероятность существенного увеличения торговой активности фунтом стерлингов. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией FIBA Group. Финансовая группа поддержки.